RC926 Toyota Yano. Я Уцуми, команда RC926. Моя резина – Toya Tire. В прошлом году я участвовал в битве с Россией, и в этом году я тоже приеду. Тачка та же, что и в прошлом году – синяя Сильвия S13. Я усилил свою тачку, добавил мощей, так что поеду в полную дыру. Дело в том, что русские ребята Гоча, Аркаша показывают приличный дрифт здесь, в Японии. И в прошлом году они также отлично ездили. Так что на прошлогодней битве мы поняли, что битва с русскими не прогулка. Ждите крутые заезды. Я Тедзука Цуёси, команда Гудия Рейсинг УСБР. В Японии выступаю на этом желтом корче. Но на битву в России повезу свой Mark II GZX100, которую в основном оставляю для показательных матчей и шоу. Какая моя цель в битве? Ну, конечно, победа. Ну и кроме того, надо снова показать крутость японских дрифтеров. Пару слов про Гочу и Аркашу. По Гоче очень быстрый чувак. Ехать за ним непросто. Он может запросто угнать вперед. Отличный пилот. С Аркашей мы на Ибису ездили вместе. Аркаша тоже неплох. Видно, что он тонко контролирует тачку. Привет, я Йосинори Кагучи, команда Хиросима Тойота Виздрупи. С собой на битву привезу вот этот корч. Аехо Чироку. Движок турбированный, 3S. Машина легкая, так что по скорости дам фору. В предстоящей битве есть опыт прошлого года. Помню трассу, помню покрытие, так что на своей Хачироке еду всем пихать. В прошлый раз не получилось. Получится в этот раз стопудово. Российские пилоты? Да, поражают мастерством. Палец в рот не клади, сразу объедут. У них и мастерство, и страсть, так что расслабляться нельзя. Привет всем, я Тахаши Куниаки, команда Гудия Рейсинг Уиз Топтул. По тачке в Японии езжу в D1, на этом марке X. В Россию привезу предыдущий свой корч, марк GZX100. Первый раз поеду в Россию, так что уже изучаю. Говорят, русские неплохо дрифтят, но проигрывать не собираюсь. Так что поеду по-настоящему. Из русских дрифтеров знаю Гочу и Аркашу. Гоча хороший, рациональный, быстрый. С Гочей в Японии не получилось пока проехать, но если на премринге встретимся, посмотрим, кто сильнее. Привет, я Кавабата Масат, команда Toya Tire Drift Trust Racing. В прошлом году думал, что для победы в России хватит моей предыдущей чемпионской машины SX-180. Но ее не хватило, остался осадок. Потому на битву везу своего монстра, покажу всем, как надо ездить. Про Гочу и Аркашу скажу, что они отличные ребята, и как люди, и как спортсмены. Болеют дрифтом, интересуются тачками. Надеюсь, они подтянут других ребят за собой. Россия,
Я Сайто Дайго, команда Sunoco Fat Five Racing. В прошлом году на премринге я всем напихал. Хочу повторить. Однако русские ребята тоже не стоят на месте, слежу за ними. Много у них отличных качеств, так что буду рад сразиться с ними вновь. We'll be right back.